На Камчатке появится главный архитектор. Об этом стало известно в рамках встречи бизнес-сообщества с губернатором региона. Обсуждали перспективное строительство, инвест-климат и открытие билдинг-садов на Камчатке. Проект по созданию детских садов, расположенных на первых этажах жилых домов, был запущен в 2013 году. С тех пор появились 5 таких учреждений. Развития нет из-за отсутствия подходящих помещений. При этом создание детсадов в домах несколько раз дешевле строительства отдельных зданий. Кроме того, обсуждали необходимость привлекать ресурсоснабжающие организации при планировании застройки, создание открытого реестра недвижимости и перевод некоторых мер по поддержке бизнеса в электронный вид. Глава региона добавил, что цель для правительства Камчатского края – доведение ежегодного объема строительства до 120-150 тысяч квадратных метров в год к 2024 году. У нас выходит в качестве заместителя министра строительства с дефисом главный архитектор, сотрудник, который будет заниматься этой сферой. Вот он сейчас проходит там итоговые проверки, которые с госслужбой связаны. И он вместе с Центром компетенции по городской среде, который уже создан, и вместе с Министерством строительства Камчатского края будут усиленно работать по формированию благоприятного архитектурного облика, и в том числе задачи, связанные с отбором площадок под перспективное строительство.